если заниматься сексом вечно. Вот это как будто охуенно. Не, подожди, а смысл заниматься сексом вечно? Это же, ну просто неинтересно. Нет, я знаю, что вот это, короче, когда ты маленький, ты думаешь, бля, я ебаться буду целыми днями, ебаный в рот. Да нихуя подобного, чувак, тебя заебет. Ну, то есть, бывают моменты, когда ты хочешь трахаться там, допустим, долго, да. Когда ты молодой, когда ты еще, не понимаешь, что такое секс, когда ты постоянно волнуешься и просто не можешь из-за этого кончить долго. Причем, мне кажется, девчонок точно такая же хуйня, но наоборот. Подожди, за 5 часов до свадьбы, подожди. Вы так счастливы, что этот день наконец наступил? За 1 час до. Вы распаковываете подарки до, после того, как праздник кончился. Что? Вы начинаете заниматься любовью. Приток крови к гениталиям. Подожди, у меня эти волосы дыбом стоят, когда я ебусь? Чё? Это херня какая-то. Из-за выброса дофамина можно почувствовать легкое щекотание. Ну, кстати, возможно, было, я просто на это не обращал внимания, не знаю. Ну, сердцебиение 100% ускоряется, потому что ты находишься вот в этом ритме. Конечно, 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 там ускоряется. Это как к зал ты идешь. Ну, то есть, вообще, на самом деле, секс это является спортиком. Это факт, это все знают. Ну, потому что ты занимаешься темповой работой. Я причем не понимаю, как девушки устают. То есть, ну вы заметили, что девушки тоже устают? То есть они могут, ну, просто ничего не делать, но они такие, бля, ебать, я устал. Я думаю, ебаный в рот, как? Как? Я причем у Нелли спрашиваю, а как ты устала? Ну, бля, типа, знаешь, ну сложно все равно. Я говорю, как, блядь, ты устала? Объясни мне. Типа технологию. Спустя 7 минут грязные разговоры. Чего? Не понял. Гениталии увеличиваются. Типа у меня член может стать еще больше? Гениальная штука. А можно как-то вот этот технологий момент, когда он увеличивается, зафиксировать, чтобы он был вечный? Одышка? Спустя 13 минут? Бля, слабаки, я после 5 уже нахуй дышать не могу. Ну, кстати, мышечных судорог у меня не было. Вот это нормально. Красные пятна на коже? Бля, не припомню, кстати. Ну, то есть, у меня самый-самый рекорд был, вообще, самый-самый рекорд, 2 часа, самый-самый главный рекорд. Но при этом, это не были эти 2 часа без перерыва, естественно. Я говорю, там, с перерывами, там, какими-то определенными, там, знаете, было дело. Но это самый-самый рекорд, и это было в самом начале отношений, наверное. Причем, когда я еще был помладше. Но это было в самом-самом, причем, вот это получается, с перерывами. Если вам говорят, что 2 часа без перерыва ебашутся, ну, не верьте, это пиздеж полный. Ну, то есть, такого не бывает. С перерывами, я думаю, у всех есть такие истории. Ну, опять же, в зависимости от количества перерывов. То есть, может быть, перерыв там 5 минут, 10 минут. То есть, блядь, ну, по-разному. Странные хлюпающие звуки. После 30 минут? Да ни хрена подобного, они могут произойти сразу. Причем самые забавные, блядь, чуваки, что вы понимали. Вот, я не знаю, зачем это вот рассказываю. Короче, вот в основном хлюпающие звуки издают нахуй женщины, пиздой. В этом-то и рофл. То есть пацаны, казалось бы, ну, пацан-то сам, ну, вообще мерзкое, блядь, создание. Ну, вообще, в целом, типа, у нас хуй, блядь, что это вообще за херня? Что какая-то херня там такая висит. Но самый прикол, что мы не издаем вот этих мерзких звуков. Именно девчонки пиздой издают. Индивидуально же, блять, нихуя не индивидуально. Ты вот смотри, в чем прикол. Если вы там, допустим, там условно пальцами своим что-то делаете, ну, где-то, например, там, вы как бы заталкиваете воздух. И, естественно, во время секса этот воздух, блядь, обратно выходит. Таким образом, сука, и происходит пердёж, блядь, вагиной. Укрепление иммунной системы, секс может стабилизировать уровень... Чё, реально? Мужчина сжигает около 4 калорий в минуту во время... Так, подожди, то есть... Ебать, 8 калорий. Капец, я жесткий.
Желание пописать? Ну, кстати, у мужиков желание пописать... я объясняю, почему у мужиков есть желание пописать. Я это по себе замечал. Вот это все пацаны тоже замечают. Когда ты подрочишь, ты проходит буквально минут 10, и ты хочешь ссать. И ты идешь ссать, и видишь, что у тебя, короче, моча выходит с какой-то пенкой, блядь. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Короче, я не ебу почему, но у меня появилось подозрение. Это потому, что конча где-то застаивается, и организм пытается ее вытащить до конца. Поняли тему? Поэтому в теории, из-за того, что ты, допустим, даже не кончаешь, у тебя же все равно там вот этот, как называется, вот эта жидкость выходит. Поняли, пацаны, о чем я говорю, да? Ну, когда мы гуляли с девчонкой и там не ебались. Ну вот, вы возвращаетесь домой, там у вас, блядь, чисто бананчик нахуй в желе. Вот такая же херня, она все равно должна выйти. Вам кажется, что вы сходите с ума. Блять, вот что это было. Ну, короче, вот здесь у меня заканчивается, потому что... Ну, почему у меня 2 часа максимум был? Потому что я пошел играть, ну, играть в уровень в ПКС. Если так подумать, наверное, да, реально сошел с ума, пошел каким-то... Да, наверное, говорит девчонки, все, стоп, секс, я пошел турик играть в ПКС-ке. Была такая себе история, ну, мне кажется. Правда, расстались потом? Ну, мне кажется, я по-ебански поступил. Вы бы так же поступили, чуваки? Ну, просто турик, я что, пацанов буду бросать? Вам больно? Да не обязательно, сука, мне больно будет через минут 5. Я старый человек. После 4 часов кожа начинает отслаиваться? Чё? Ужасный запах. Вот, короче, видите, до 2 часов, в принципе, еще нормально, когда вы ебетесь. Когда дальше идет, начинается пиздец. Поэтому вспомните своего друга, который говорит, что он 4 часа ебется без остановки. Просто вспомните это и поймете, что это вранье. Гениталии становятся фиолетовыми. Чё? Типа как смурфики? Естественная смазка высыхает, сочетание выделений из потовых сальных желез. Смазка высыхает. Ё-моё, сложно. Вы не можете кончить спустя. Это продолжается уже не первый час, но все равно нет оргазма. 5 часов и не кончать? Вы чё, рофлите нахуй? Какие 5 часов и не кончать? Это как вообще? Это покажите мне этого человека. Это не человек, я не верю в его существование. Александр Юрьевич, вы устали, вот бы прерваться на час и вздремнуть. Да конечно, блядь, ты в это время уже спать должен. Вы хотите остановиться, но не можете. Да это уже какие-то, ну это что-то за, что за байки, это невозможно. Синяки по всему телу. Так ты, по сути, 9 часов, ну, безостановочно тренируешься. Хриплый голос, вам больно от стонов и жажды. А что если я, допустим, ну, не знаю, не стану во время секса? Я типа, знаешь, такой уверен в себе мужик такой. Ну вот если я так делаю, нахуй, ну, типа... Прикинь, так 7 часов так сидишь? Это вообще жесть. 150 ударов в минуту спустя 13 часов? Это чё за херня, сука? Я такое сделаю на велодорожке. У меня тоже на велодорожке, или там, на, не знаю, эллипсоиде, будет 150 ударов в минуту. То есть для того, чтобы вот ритм пульса вот такой поймать, мне нужно нахуй 13 часов сексом заниматься? Да нахуй ваш секс? Я лучше по дорожке побегаю. Вы описали кровать. Ну типа, я видел такие видосы. Ну, не уверен, что со мной случится. Очень сильная боль. То есть, блять, у меня 13 часов назад начнется, сука, боль в сердце, пульс станет 150 минуту, а бой появится через 5 часов. Чё, сука? Я не понимаю, автор это сам придумывал все? Перелом пениса. Все получается, концовочка? Финиш, нет? А, мама, опять, слушай, я просто подозреваю, что я не отвечал ей. Ебать, то есть это было все, вот и все это время в доме была мама, и она такая, бля, что-то они 2 часа ебались, сейчас перестали. Необычно, необычно. Нет,
Это самое кринжовое, что может произойти. Прикинь, ты валяешься с девушкой, с которой ебался 2 часа, и тебя находят в таком состоянии с сломанным членом, с синяками, с кровью из кожи, кровотечением. Полицейский и твоя мать. Блядь, если девчонка об этом расскажет, тебе пизда. Это просто, ну там ты можешь говорить, сколько хочешь, потому что ты 2 часа ебался. Тебе все скажут, конечно, ебать пизда-то, но, блядь, как ты потом в конце облажался, это все перечеркивает и даже в минус идет. Вонь в комнате. Если бы нужно было описать то, как пахнут феромоны, этот запах подошел бы. А как пахнут феромоны? Полиция обнаружила вас. Представьте эту сцену. Они что, подожди, они 10 минут выламывали мою дверь? Они даже 20 минут выламывали. То есть они такие 10 минут нюхали. Смотри, 10 минут выламывали дверь. 10 минут, сука, нюхали комнату, а потом нашли меня. Концовка хорошая. Я уже подумал, что хэппи-энда не будет, а в принципе все хорошо в конце. Хоть какой-то успех. Вы побили рекорд. Спустя 3 дня. Поздравляю вас из Кубок мира. Ой, блин. Ну а потом вот спрашивает Макс, а зачем нужен секс? Да не нужен он, ребята. Секс полная хуйня, ребят. Не надо. Не занимайтесь сексом, дрочите член. Это веселее. Ну реально, блядь, веселее. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду к врачу.